Всем привет! Ярик, помаши привет! Сходили сегодня с Яриком на прием. Оставили нас до понедельника, сказали кашель подлечить еще. Немножко кашляет. Так, что еще мы сегодня? Сдали анализы кровь с мочой. Результат, ну не знаю, в понедельник мне расскажут. Взвешивались, нам сегодня год и 6. Вот, весим мы 10-200. А ростом 86. Врач говорит, для такого роста весим мало. Ну, мы как-то, как сказать, ну, худенькие, Ярик-то. Мало набирает. Где-то примерно по 300 грамм где-то. А нынче 200. Он сейчас болеет, да плохо ест. Может, поэтому скинул еще немножко. Вот, как-то так. Мы проснулись, вот пытаюсь Ярика накормить. Он пол тарелки вот съел кашу. И все, и сидит, балуется. Да, Ярик? Кто балуется? Кто балуется? Это кто там насикал? И кто это насикал здесь? Ты почему на горшочек не попросился? Угу. Ты насикал? Расскажи что-нибудь. Ты наелся или что будем кушать? Ярик, еще один зуб прорезал. Какой ты весь измазанный. Ты что такое, ел конфетку? Конфетку ел? Да. Че, Ярик, там ругаешься? Да. А? Че ругаешься там? Мама. Сидит там, ругается что-то. Че, Машу смотришь? Наш любимый мультик, да? Да? Иди сюда. Иди сюда. Иди. Скажи что-нибудь. Ты уже знаешь, да, что махать привет надо? Какой ты умный. Что, книжку свою рисуешь? А ты ее уже, Ярик, всю изрисовал. Тут же не надо рисовать, тут надо заниматься. Ты куда ее тащишь? Притащил стул. Стол не надо. Нет, стол не надо. Иди сюда. Не надо стол, садись на стул. Не надо стол, говорю, Ярик. Ты что, он тяжелый? Иди сюда, не тащи. Не надо, не надо. Садись на стул. Вот у тебя тут как раз как стол получилось. Садись. Ярик, не надо. Садись на стул. Поставь обратно на место его стол. Туда ставь, ну. Вот, садись. Ноги не влазят. Вот как на столе, так же у тебя тут. Ручки на твои. Все, сел заниматься? Да? Наклейки. Тут мы с тобой клеили уже, да? Тут клеили, да. С каким умным лицом ты сидишь? Да, Ярик? Все, уложила Ярика спать. Сейчас буду дальше заниматься этой приборкой. Приборкой сегодня занимаемся. Кое-как его спать уложила, вообще ни в какую. Полтора часа, наверное, укладывались. Все, ему играть надо, пакостить. Короче, все уложила. Потом попозже мама придет посидеть с ним. Я пойду на тренировку. Снимать я на тренировке, наверное, не буду. Там как-то не все поймут этого. Вот. Что еще вам рассказать? Вчера готовили папа пиццу. У Дениса
на канале выложим, посмотрите обязательно. Так что вот как-то так. Все, Ярик проснулся. Да, Ярик, выспался? Спал 2 часа. Я успела, все, прибралась. Сейчас ждем маму мою, когда она с работы придет. Ты что намахиваешь? Сидит вон, игрушки перебирает. Папка у нас спит, ему на работу скоро. Вот, а мы вот игрушки перебираем и мультик вот смотрим. Вот. Что еще-то рассказать? А? И зачем все тут раскидываешь? Зачем все раскидываешь? О, ты зачем дерешься? Нельзя драться. Ну-ка пожалей маму. Ну-ка пожалей маму скорей. Ты зачем дерешься? Драться научился, видимо, в садике, где, не знаю. Дерется вообще. Непослушность. Да, Ярик? Ты хулиган? Ты хулиган стал? Раскидывает все игрушки. Осторожно упадешь. Что ты там маме хотел сделать? В ухо-то не суй. Ты, Ярик, в ухо нельзя сувать. Нет, в ушки нельзя сувать. Расскажи что-нибудь. М? Кушать хочешь? Да. Сейчас буду Ярика кормить. Расскажите там, напишите в комментариях, чем вы кормите у детей 1 год и 6 вот нам. Я уже не знаю, что ему готовить. Он еще то не ест, другое он не ест, роется. Уже фантазия закончилась, что ему готовить. Каждый день одно и то же тоже он не хочет. Да, Ярик? Помаши всем пока. Ладно, всем пока, мы будем заканчивать. Пока-пока, да? Пока-пока. Все, пока-пока.